Пропал. Да я на концерте! МС Максимилиана! Прикинь! С предками! Долго отходил, долго не спал. Так, теперь переводи стрелку! Не другую! Щелкай! Убирай! Убирай, Никита! Вообще докопался! Ты хотел, чтобы я с вами пошел? Я пошел! Вот убирай, я не обязан! Это же ржака просто какая-то! Был тогда я смел, был тогда я смел! Где все? У матери праздник, я тебя прошу! Мы в какой-то веке собрались вместе! Никита, убери, пожалуйста! Слушай, пап! Посмотри на нее, и без меня нормально. Это вообще скоро закончится, а? Не забудь позвать наше лето. Слушай, он все время эту хрень пел, да? Когда мы учились, Макс был крутой рокер. А сейчас что, весь вышел? Никит. Никит, мы... Мы ее теряем. Дай, Ир, мне плакат дай мне. Пап, ты куда? Андрюш, не по я мне сейчас только. Ручку какую-нибудь. Слушай, у меня вообще-то эксперимент в лаборатории. Да быстро! Идет. Андрюш, я не знаю, пишет она, нет. А, спасибо, спасибо, родные, спасибо. Давай, давай, сюда, давай, давай. Макс! Макс! Направо посмотри! Давай, 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 распишись, давай. Куда? Да это однокурсник. Это я, Андрюха Громов! Да ну на, передай ему, пожалуйста. Да ну, Макс, направо посмотри! Лобыч! Дим! Макс, да это я! Кто там с Максом? Не пойму. Димка, что ли? Точно, Димка. Мама, ты что, Лобова знаешь? Он же миллиардер. Ну, конечно, знаю. Но мы же учились с ним в одной группе, Никит. Прикольно. Макс, Макс, поехали. Поехали отсюда. Достали. А, пока, родные. Пока, любимые. Ты мой хороший. Ну что, не узнал? Почему не узнал? Ну как тут узнаешь-то, Никит? Смотри, толпа какая. Господи. И потом все устал, да? Человек с концерта. Ладно, поехали. Мог уже. И не узнать. Ничего себе. Ну ты, бать, дал. Спасибо. Андрюш, ты где нашел-то такие? Неважно. Ты что, Кошкина, что ли? Какая смешная. Никит, это Софа? Смотри. Mm-hmm. Представляешь? Че, она там как зверствует? До сих пор? Еще как зверствует. От нее же весь курс тонет. Слушай, кто бы мог подумать, такая стеснительная была в институте. Даже мышей боялась. Ну, это мы в курсе. Да. О, консерва прикольная. Как консерва? Ишь ты. Чего все консерва? Это наша боевая машина, между прочим. Ну-ка, дай-ка а почему смотреть. Наша? А мы же складчину покупали. Там не серо умирали. Вот в это ведро? Там вдвоем-то тесно. А мы вот утрамбовывались. Хотел бы это посмотреть. Ой, Светка. Ну, посмотри. Лобов. Вон Макс с гитарой. Ничего себе, как они изменились. Слушай, что ты к ним на концерт ломанулся? Можно подумать, они тебя вспомнят. Никит! Что? Где они, где он? О! Все, у меня дела. Пойду. Мам, еще раз с днем рождения, спасибо, все было круто. Бать. У тебя тоже скоро день рождения. Я тебя очень прошу.
Пожалуйста, не тащи меня на очередной концерт этой сладкоголосой птицы вашей юности, хорошо? Хорошо. Я не обижусь. Утих ты что-то. Слышь, Никита, мы ее реанимировали. И, походу, ей понравилось. Смотри, как колбасится. Да, колбасится круто. Понравилось? Ну, пусть колбасится дальше. Круто. Ну-ка, сними. А мы... Ты что творишь, Никита? А что я такого сделал? Ну, у матери вообще-то праздник, ты взял его и испортил. Молодец. Так, понятно. Ромыч, возвращайте космонавтку, попозже сконнектимся. Связь плохая? Да не, у меня тут проблемка. Хорошо. Ага. Ну и что испортил? На концерт с вами сходил, за столом без меня прекрасно посидите. У тебя там все в порядке, у тебя там дела, у тебя там деньги, карьера, а на нас тебе наплевать. Да, карьера и да, деньги. Кто-то должен зарабатывать деньги. Ты сидишь в своем замшелом НИИ за 35 тысяч в месяц, а мог бы, между прочим, науку вперед двигать. Чем ты хуже тех, которые коллайдер запустили? Или хотя бы ту же овечку Доли клонировали? Слыхали мы про твою овцу. Да что ж ты не врубаешься-то? Бать, ты пойми, любое открытие сейчас – это прежде всего бабки. Кто откажется купить парочку собственных клонов, а? Никита, овечка Долли была злая и рано умерла, чтоб ты понимал. Просто невозможно слушать. А ты послушай. И для некоторых открытий было бы здорово, если бы они все-таки оставались теорией. А теперь ты послушай меня. Сейчас время другое. Чуть зазевался, и ты лузер. Я быть лузером не хочу. Что еще? Ну, меня тоже считаешь лузером, Никита. Я ушел. Это был новый хит Максимилиана «Лето в январе». Первое место в нашем хит-параде. Никит! Никит! Ты? О, здорово, дед. Слушай, а я тебя как раз выжидаю. У вас что там вчера произошло-то? Да конфликт поколений. Эй, у меня с ними тоже конфликт поколений. Никит, слушай, не в дружбу, а в дружбу. Поменяй, а? А чё, от бабушки шифруешься? Да, от нее разве чё утаишь? Так, знаешь, слезы одни. А чё слезы льешь? В долларах, а не в рублях. Ну, так надежнее. Ага, ну ладно, поменяю. Я дома. Ага. Чем ближе финиш, тем страшнее переступать эту грань. Мир так устроен, все, что он дал, он же может забрать. Жизнь всех нас ставит перед выбором, порой непростым. И мы всегда спешим куда-то, но просим время застыть. Это вечный круговорот, сотни тысяч дорог. И нам порой простые истины видно наоборот. У удачи легкий пароль, и часто он перед глазами. А мы так себя ведем, будто нас по рукам связали. С годами ценности меняются, закон вселенной. Но вне времени есть вещи, что первостепенны. Каждый новый день — это новый фрагмент пазла. И теперь решать, насколько ему быть... Здорово. Здорово. Ну и чё она вчера вырубилась? Да потому что напряжение надо было постепенно поднимать. А ты вчера дал на полную мощь, вот ее и вырубила. Так, ладно. Отправим космонавтку в буфет. Ну, жесть. Ага. А ты уверен, что в буфет?
Ну, вероятность ошибки, конечно, существует. Ой, Артём Сергеевич, год только начался, а я уже устал. Софья Леонидовна, я заметил, там, где появляетесь вы, странным образом появляются мышки. Знает мерзавцы, что я мышей боюсь. Вот наверняка Кромов постарался. Да. Ой, что же вы руками-то? Пойдемте, разберемся. Вот, полюбуйтесь. Работу они работают. Ничего не теряли, молодой человек? А я, кажется, потерял. Пойдемте. О, космонавтка вернулась, знает, где кормят. Ага. Ну что, я тоже в буфет? Не, я лучше ногами. Все-таки кризанутый этот Громозека. Да, точно. А Софа? Работу, работу. Что-то насчет блока питания? Не, дорого. Пойду лучше в старых приборах покопаюсь. Ну, как знаешь. Приятного аппетита. Спасибо. Вакуумное уплотнение, фторопласт. А это что? Не скрывать? Так.
Нифига себе. А откуда? Молодой человек, у вас все нормально? Да нормально. Да не похоже. Да меня током шипануло. Где? Основное и главное достоинство социализма – это уверенность в завтрашнем дне. Обратимся к истокам. Кризис перепроизводства наступает тогда, когда масса предлагаемых к продаже товаров и услуг по их... Получается, у нас формула, соответственно, у нас есть один нюанс. ...совокупного платежеспособного спроса населения. И происходит затоваривание всей системы сбыта производимой продукции. Сонь! Записывайте, пожалуйста. Лобов, не спи. Лобов! А, достал с этими капиталистами. Да что ж такое? Настройки, что ли, сбились? Ой, это у тебя калькулятор такой? Иностранный, что ли? Калькулятор. Тише. Иностранный, что ли, какой? Просто невозможно. О, ну покажи. Достали уже этим кризис. Да подожди ты. В социалистическом обществе, где мы с вами... Стой, покажи, что хочу. Чего? Экономике... В каком обществе? Ты узнаешь? Если вам не интересно, вы можете покинуть аудиторию. Ну? Сюр какой-то. Я жду. Мы ждем. А что происходит-то? Кто мне скажет фамилию этого студента? Хорошо, я узнаю это в деканате. Наука и жизнь есть? Нет, нету. Ничего у вас нет. Ну. Битл, что ли? Кто? Я? Ага. Да не Битл, а Пеппер. Идет сюда. Тогда дайте мне новый мир.
строишь, Нин? Здрасте. Бабушка. Слава богу, пока нет. А вам кого? Я как бы домой. Интересно, а мы как бы при чем? Ну, потому что я здесь как бы живу. Ну, конечно, живет он. Миша! Миш! Руку подожди. Убрал? Ничего, иду. Но это моя. Там? Руки убери. Дед. Какой я тебе дед? Что здесь происходит? Он говорит, что живет здесь. Ну да. Чего? Вечно ты двери всяким проходимцам открываешь. Вали отсюда. Подожди, как это, дед? Да ты чего, дед? Он мне еще тыкает. Ба! Звони в милицию. Дед, ну подожди, дверь, подожди, ты, дед, стой, стой. Какой-то. Дед, ну стой. Дед, ну вспомни, ну вспомни. Ну отпусти ты дверь. Иди отсюда, я тебе сказал. Ты утром просил меня поменять 100 баксов. Здрасте, Михаил Алексеевич. Здрасте, Ирочка. Да ты что? Это ты мне, коммунисту, эти поганые доллары? Звони в милицию, здесь валютные алло. Операции. Ба. Иди отсюда. Здесь валютные операции. И я тебя не видел. Записывайте адрес, милиция. Большая Ордынка, 17, квартира 8. Выезжаете? Здрасте. Здрасте. На тебя, что ли, там Михаил Алексеевич разорялся? На меня. Понятно. Тогда давай знакомиться. Меня Ира зовут. Подержи, пожалуйста. Я Никита. А что ты так расстроился-то? Не переживай, он со всеми так. Куда ехать-то тебе? В институт. Ну, понятно, и мне в институт. Где учишься? Так в МИФИ. Да ты что, я в МИФИ. Поехали тогда, вон наш автобус идет. Ага. Стой, стой, сумочку-то отдай. Меня это Михаил Алексеевич, стой, вообще за человека не считает. Хотя мы с его Андрюшкой со школы встречаемся. Они считают, что мы не пара. Понятное дело, Андрюша гений. Его даже в Германию собираются отправить учиться по обмену. А я так, ничего выдающегося. Понятное дело. А ты на каком курсе-то учишься? На пятом. Слушай, подожди. А Лобов говорил, что к нам новенький из Гомеля приедет на диплом по обмену. Никита Киселев угадала? Фига, вы там в Гомеле живете. Поехали. Ты же мне сама эти джинсы подарила. Это связано со степенью релея. Одна лямбда в степени К, понимаешь? Газировки выпьем. Ага. Трюндель есть? Что? Понятно. Тогда без сиропа. Ясно. Включаем план Б? Отойди, пожалуйста. Еще, еще давай. Ага. Будешь? Нет. Пойдем? Вот так. Какое солнце. Да? Да. Пойдем. Лих, привет. Мне помощь твоя по начерталке. Вот так нужна. Поможешь? Да, конечно. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуй, Ирочка. Ну, как твои дела? Отлично. Как хорошо? Ваши? Ну, ничего, нормально. Спасибо. Здорово, Серега. О, привет, Ир. Студенты, не знавшие языки, имеющие хвосты, висят на втором этаже. Смешно. Кто это вас так прикололся? Наша Верочка. Секретарь нашего декана. Он ей что скажет, то она и делает. А-а-а. Пойдем? Пока, Серега. Пока, Ир. Никит, слушай, подожди меня здесь. Никуда не уходи, ладно? А зачем? Я сейчас приду, стой здесь. С ребятами а-а-а. Познакомлю. Thank you.
Громозека. Что-что? А что вы здесь делаете? Я? А мне в зону 2 нужно попасть. В зону 2? А у вас есть туда допуск? Какой допуск? А вы, собственно, откуда, кто такой? Учусь я здесь. Странно. А я вас почему-то здесь никогда не видел. Послушайте, мне очень нужно попасть в зону 2. Да, я понимаю, понимаю. Это и настораживает. Да где Пройдете-ка со мной. Да никуда я сам не пойду. Артём Сергеевич. Здрасте, Артём Это Сергеевич. Киселёв, наш новенький. Никит, ну... Это Киселёв? Да. Тот самый. Из Гомеля. Ну ты где был-то? Ну мы обыскали тебя уже совсем. Никит, что стоим? Пойдем, нас на ручную базу отправляют. Давай. Никита. Пошли. Пойдем. Я, кстати, не представился, Дмитрий Лобов, секретарь комитета комсомола курса. Да-да, в простонародье Лоб. Так, тихо. Ну что стоим, как памятник, пойдем. А вон и Лоб. О, молодец. Димас, ты как всегда опаздываешь. Уж скоро звезды, а ты все едешь, Лоб. Давай. А вот так? Лобов! А, привет. Привет. Привет, привет. Володя, давай. Привет. О, Никита. Вот Соня. Никита. Ребят, знакомьтесь. Макс. Никита. Никита из Гомеля. Будет у нас диплом защищать. Привет. Андрюха. Вот. Новенький. Андрюх, говорю. Никита. Ну, давай, давай, давай. Чита-то. Ну что, идем? Так. Девчонки, смотрите. Киселёв у нас совсем как Кисель. Никит, а ты что с Кит-то? Я не поняла, вас что, в Гомеле на капусту не возили? Это бред какой-то. Не возили, видимо. Ты как будто первый раз видишь, а, Никита? Да не бойся, ты бери. До свидания, Мишка. До свидания. Лови. Ну, у нас как всегда, конечно. Девчонки работают, а ребята проковали. Молодец. Светка. И обратно соль. А, так это просто. Потом ре. Три аккорда. Классика. Ну что ты, Никит, устал? А где вещи свои оставил? Так, на вокзале у меня все вещи украли. И как? Деньги, и документы. Да ты что, старик? Да ты чего? Ну, ужас вот. Какой. Лажа. Да. Подожди, так ты голодный совсем? Стой. Держи. Так, не порть аппетит. Володь, ну... Машина... Ну ты че, ну глаз сыр, ну, он же кушать хочет. Так, я спереди. Да вот она. Там-пам-пам. Новенький, ты че такой слабенький? Совсем не можешь работу работать? Работу работать. Ну что, поехали. Софа. Поехали. Раз. Ну-ка. Добро пожаловать. Отлично, садись, садись. Опа. Никит, давай-ка сейчас нам домой повидаем. О, не, мне еще в институт надо успеть. Да ладно, успеешь в свой институт, че? Тебе еще одежду надо поменять, а то, конечно, выглядишь ты не ахти. Андрюша, он к тебе не может. Почему? Да я уже успел с отцом твоим конфликтнуть. По поводу? Ты вот из-за этого. Вы нормально там? Быстро убери, ты че? Ты что? Бери. Ты что? Да чего вы так домотались за этих долларов-то? Кстати, где вас поменять можно, а то ни одного обменника не нашел. Обменник? Так слонный свалился. Это же статья, убери. Падай, а ты что это у меня дома-то делал? А так это, мне парень какой-то адрес дал, когда искал обменник. Ни хрена себе, а я всю голову ломаю. Что ты там делал? Это что же за сволочь меня подставляет? Макс, что ли? Да ну. Макс, это ты, что ли? Я? Ну так не делается, Макс. Тогда не я. Ну, так и делается. Так, ребят, короче, подтолкните. Обидно. Ага, давай, давай, давай. Ну как, потренировались футболисты? До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. На поле надо мяч. Ты на говно по дороге. Давай, давай. Можешь, и нечего здесь. Спортплощадку устроили. Так, нам надо сходить в институт управления. Сведу тебя с одним обменником, понял? Студент, что ли? Нет, аспирант. Боря Березовский. Понял? Прикольно. Почему ты выбрала не меня? Почему, а? Что ты в этом блондинчике нашла? Я же рокер. Спасибо. И я возьму себе команду. Ребятки, всем мыться и в клуб. Согласен. Позвоним сегодня у Макса концерт. Согласен. У меня сегодня концерт, не забываем, а, я чуть не забыл, я пойду Вере позвоню. Давай быстрее. Ребят, в общем, всем пока, я домой. Подожди, Сонь. Сонь. Да подожди ты, Сонь. Ну, Ир, ну что, я не пойду, стой, если он с Верой придет. Ну, не пойду. А что это она? Да, ну, там давняя история. Молодочный роман был, в общем. Да, а потом он нашел другую с более выдающимися формами. Вот такая вот хрень. Да. Ладно, поконим. Подождите, а мы что, все на ней поедем? Едешь, конечно, да? Нет, все этих хихикать будем. Конечно, поедем. Ребят. Давай, давай, давай. Андрюш, будешь? Поехали. Опа. Я там сяду. Ребят, аккуратнее, я вас прошу. Давай, 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 ломайте.
Так, давай, давай. Пожалуйста, дамы. Давай. Слушайте, пропускаешь, да? Нога, нога. Ноги от лица уберите. Хорошо. От моего, мне сегодня на сцену выходить, а? Слушайте, ребят. Опа. Ну, серьезно? Давайте, давайте. Так, ай. Ребят, аккуратнее. Опа. Давай, все, давай. Давай, 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 закрывай. Отошли все на два шага назад. Да, я тоже хотела сходить. Да все нормально, не переживай. Ну, конечно, сходим. Все, пошли, 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 пошли. Скорее, скорее. Давай, 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 давай. Пойдемте. У вас билет сзади. Билет сзади. Билет сзади. Билет сзади. Я с ними. Пошел ты. Лобов. Давай. Что-то я совсем сдал. Здравствуй, столица! Еще выгляжу как лох. Я так, ну, все как есть, старик. Ну? Только штанишку-то потяни. Ну, по... Вот другое дело. Слушай, мы с тобой вообще молодцы. Мы по обеду успели, и предков дома не было. Все, теряем время. Вперед с песней. Ир, а где ребята? Ба! Начинаем! Ваше время придет, не спешите дерзать. Нам шептали за каждым углом, а нам просто хотелось свободно дышать. Поскорее. Никита, бери, это вкусно. О, спасибо. Нам дороги нужны, горизонты манят. О, это что, Лобов, что ли? Как он здесь оказался? Настоящие комсомольцы, они такие, через дверь, они в окно. У Макса группа супер вообще. Нормальная такая. Знаешь, название такое яркое у него. Январское лето. Звучит? Январское лето. А, так вот откуда. Лето в январе. Че ты говоришь, не понял? Полный пипец, говорю. О! Ага. В самом деле. Мы верны себе. О, пошли остальные. Вон они. Здорово. О. А это новая Володькина коза, что ли? Андрюш, пойдем танцевать? Пойдем. Че, идем уже, да? Угу. А ты идешь? О, не, я так не умею. Пошли. Не-не-не-не. Все, значит, следи прямо вот за стаканами. Прямо вот ага. Следи, ладно? Иди. Зачем? За стаканами! Спасибо большое, что вы все сегодня к нам пришли. Ну, а наша следующая композиция посвящается всем моим друзьям. Слышь, Дарик, можно я коктейль тебя возьму? Ты бери. Спасибо. Я измеряю жизнь количеством друзей. А расстояние тревогами разлук. И оставляя в моем сердце каждый звук. Взлетают в небо птицы музыки моей. Глаза любимых две тревожные звезды. Они зовут меня. Прошу всех занять свои столики. Ну вот, такую песню оборвали, а? Ладно. Что ж, мы уходим на неожиданную паузу. Не расстраивайтесь, скоро вернемся. А что все расходятся-то? Да, Никита, что, все пошел? Уже? Да, мы прошу. А, все уже, что ли? Так быстро? А где? А товарищи, попрошу взять коктейли в свои руки. Пожалуйста. Молодой человек, где ваш коктейль? Так у меня это парнишка какой-то забрал. Все понятно. Все так говорят. Пройдемте на выход. А что, вас просто так танцевать нельзя, что ли? Нет. Нет, нельзя. Здесь пить нужно. Ну, трэш. Кто трэш? Я трэш? Что вам сделал-то? Иди в жопу. Я пошел? Иди. Туда. Туда. Спасибо. А когда танцы будут?
Расходимся. Танцев сегодня не будет. Опа! Ха, привет! Стой! Мышь не видел? Видел. Где она? Отпустил. Тьфу. Я тебя умоляю, никуда не двигайся, я сейчас. Делаешь? Что, измеряю расстояние, на которое пролетела мышь. Ты что? Ты мышь телепортировала? Ну да, только мне никто не верит. Это невозможно, в принципе. Это в принципе невозможно. Да ладно. Я, между прочим, сегодня утром сам такую же мышь запульнул. Врешь. Спорим? Никита? Маша? Ну-ка, пойдем. Ну вот как так. Ну, в общем-то, мы с тобой не намного разошлись. Принцип действия тот же самый. Главное, что мы можем перемещать органический объект в пространстве. Слушай, а у вас в лаборатории торсионными полями занимаются? Чем? А холодным синтезом? Да тут много чем занимается. Лаборатория же на оборонку работает. И секретного тоже много. Особенно вон там. В закрытых зонах. Только туда без допуска не попасть. Ну, у тебя же он есть? Да уже нет. А чё так? Да старая история. Так, быстро уходим. Ты куда? Зачем? Быстрее! А что ты громозики дешифруешься? Ты правда похож. Надо эту кликуху в народ запустить. Вы что, его так раньше не называли? Нет. Я сама из Ленинграда, здесь в общежитии живу. Последний курс остался. А ты зачем из Гомеля перевелся? Так диплом предложили защитить, да и перспектив больше. Слушай, а что ты с Громозека-то не поделила в итоге? Да он только прикладной физикой занимается. Для него слова «пространство» и «время» — это как красная тряпка для быка. Ну да. А что, если мне это интересно? А мне-то как интересно. Слушай, Маш. А ты не думала, что если предмет можно перемещать в пространстве, то можно и во времени? Ты тоже слышала о преобразователе? В нашем институте несколько лет назад уже кто-то пытался это сделать. И как? Получилось? Нет.
Иначе об этом бы стало известно. Тем более, если верить теории Веллера, то эксперименты со временем могут быть очень опасны. Веллера? Какого Веллера? Странно, я про него ничего не слышал. О, Никит! Ты где хоть потерялся-то? Мы тебя ищем, ищем. Привет, Маша. Привет. Короче, с общежитием ты сегодня пролетаешь, но это не проблема. Переночуешь у меня? Так я... Переночуешь у меня, ребят, я тогда пойду. Спокойной ночи. Давай, Маш, пока. Спокойной ночи. Вон там Красная площадь. Ну, да, понял, знаю, да? Я. Ну, не потеряешься, короче. А вот если прямо идти, то там уже метро. Ты уж здесь-то я точно не так потеряюсь. Это наш дом. А то друзья, товарищи, дорожку, дорожку. Ирыч. О, Андрюш, ну где вы ходите, да? Чего? Да сломалась. Ну, сломалась. Ну, что тут прыгаешь? Слушай, а что это они? Да колбаса. Колбаса? Ну, записываются. Куда? Ну, колбасу завтра привезут, ну, не кину. А, все, нормально. Пойдем. Пошли. Ой. Мама, а предки дома? Спокойно, ты чего, Никита? Ирыч, ты это, предки. Да где они ж спят уже? Вот мне скажи, как вот это можно слушать? Я не понимаю. Другое дело Макс. Макс мне говорит, если я когда-нибудь буду петь попсу, вот когда-нибудь, все, вот застрелите меня. На. О, отец, да. Подожди, подожди. Лето в январе мы хотели. А? Да. Год. Ну, разница? Ой, ладно. Давай, налетай. Слушай, только не грил. Ничего? Так кинь в микроволновку. Микроволновка? Это статья из «Светлого будущего» начитался? Наука и жизнь? Что ты не подумал? А, подожди-ка, у тебя же денег нету. Доллары-то ведь разменять еще надо. В общем, держи, это тебе. Бери. Да бери, это я заработал, я же по ночам вагон разгружаю. Бери. Пошли подышим. Ничего себе. Ой, хорошо. Слушай, Андрюх, ну а что, у вас попроще бабла никак нельзя срубить? Это как? Ну там, продать что-нибудь. Форцовня, что ли? А? Не, форцовку брать не для меня, ты чё? Что это? Ну, форцовка. Ну? А, ты же с Гомеля. О, вот такую хочу тебе. Вот такую. Вообще. Форцовка, ну, это когда, например, берешь джинсы, да, и два раза дороже их продаешь. Вот и все. Так что там такого? Классный бизнес. Ну, вообще за это срок дают. Да ладно. Серьезно. О, жесть. Вот так. Так и за доллары тоже. Сесть можно. Ты где их в Гомеле-то взял? Да дед мне один подставил. Я к нему как к родному, а он. Оба дает. Значит, говоришь, вагоны разгружаешь. Слушай, а что это такое? Так бы я знал. Интернет бы сюда. Чё? Что это такое? Да. Журнал такой. Научный. Гомельский? Ну, да, там тоже есть. Слышь, Андрюх. Как бы мне допуск в зону 2 получить, а? Допуск? Mm. А зачем тебе допуск? Да так, тема диплома есть интересная.
Ну, это пока еще рано. Тебе надо еще предметы там пересдать разные. Программы наверняка не совпадают. Ну, ничего, зато сходим в деканат, не переживай. Блин. Какие предметы-то хоть? Политэкономия. Научный коммунизм. Что? Научный коммунизм. Блин. Попадос, конечно. Может, норма ГТО. Ты когда я сдавал? Куда? Все, ты парень все-таки. Ладно, Никита, давай спать, потому что завтра уже. Спокойной, па. Марксизм, товарищи студенты, это политическая... Слушай, Киселев, мы тут решили, что по научному атеизму я тебя буду подтягивать. Светка, хочешь тебе открою тайну? Бог есть. Да ради бога. Ты приводу только нашему ничего не говори. Ну, молодой человек, удивили. Поздравляю. Физику вы, конечно, знаете прекрасно. Но все же я поспорил бы с вами еще раз по поводу всемирной информационной сети. Нереально. Я говорю, реально. Ну, давайте я вам еще раз объясню. 62 копеечки. Зойк. Ядрен пассатижи, а? Ну опять Сережку сковородку уронила, а? А я-то ее ищу. Ишь-то она. Так, давай, перебивай все мозги, пока я котлеты буду жарить. Верочка, Борис Сергеевич у себя? Только что ушел. А вы что-то хотели? Да. Можно посмотреть мне личное дело одного студента? Киселев, того, что из Гомеля перевелся. Приятного аппетита. Спасибо. Представляешь, хотел взять мозги укрепить свои, а их перебили. Ага. Бредишь. Ну да, почти. Слушай, Маш, а что за теория Веллер такая? У кого не спрошу, никто о ней ничего не знает. В учебниках про нее тоже ничего не написано. Ты ее там и не найдешь. Теория Веллера заключается в том, что при перемещении органического объекта во времени его жизненный цикл начинает ускоряться на 3 порядка, точнее, в 700 раз. И что это значит? Ну, это значит, если человек попадет в прошлое, то он начнет стремительно стареть и проживет максимум месяц. И это правда? Ну, кто знает. Опытным путем эту теорию вряд ли кто рискнет доказать. Побежали, а то на пару опоздаем. А? Ты чего? А, нет, все хорошо. Ну давай, пока. А это еще раз доказывает повторение мать учения. Давай, давай, давай. Понятно. Со спортом мы не дружим. Такое ощущение, что тебе лет 40. Только начали, а ты уже сдох.
Да нет, я дрожу, просто не выспался. Ты там живой? Да закотело все. Держи. Ага. Чеку. Давай, давай, бегом, бегом. На рекорд идет. Ну давай, давай, еще немножечко. Оп. Ну давай, давай, давай. Ну все, слезай. Вовка, иди сюда. Иди ко мне. Ах ты, помнит морда. Им. Вовка! Вовка! Иди сюда! Иди ко мне! Она ж тебя зовет. Да не меня, а вот эту счастливую морду. Я кому говорю? Иди это ж ко я мне. Его подарил. Вот она его иди Вовкой назвала. Собо... Иди ко мне. Что, иди домой. Иди ко мне, иди домой. Ко мне, иди ко мне, иди ко мне скорее. Ну, скорее, мой сладкий. Ну и кто ты после этого? Такой же предатель, как он? Пойдем домой. Одним словом, Вовка, пойдем скорее. Пойдем, все, пойдем, больше пойдем. Не могу. Смотри и учись. Оп! Что случилось? Связка похожа. Встать сможешь? Не знаю. Блин. Да сделаем им маишников без проблем. Ага. Слушайте, это мой компот. Был. Нормально? Макс, руки. Руки, Макс. Смотри. Макс. Спасибо. Вот ты сволочь. Дим, попьем? Да ради бога. Это его компот. Бэл. Здорово, Никтос. Здорово. Я тебе точно говорю, мы их сделаем. Кого? Угу. Они нас в прошлый раз 3-0 вынесли. Кто? У нас Володьки еще тогда не было. А, так у вас в этот раз Володьки не будет, он ногу повредил. В смысле? Ну, связку. То ли порвал, то ли растянул, не знаю. Где он сейчас? На скорую увезли. То нормально все. Ребят, вы что? Это катастрофа. Почему? Ну все, приплыли. Куда? Ребят, вы чего? Ты понимаешь, какая штука, старик? У нас завтра матч Мифик против Мэй. Ну? Завтра будет тренер сборной студенческой Союза. Понимаешь? И чего? Так он специально приехал сюда, на седых посмотреть. На Володьку. А через месяц универсиады. Володе нужно быть на этой универсиаде, угу. Потому что оттуда до высшей лиги рукой подать. Угу. Что делать будем? Не ребят. Знаю. Матч не должен состояться, вот что. Угу, легко сказать. Как ты себе представляешь? Может, ворота украсть? Ну, ты еще предложи судью напоить. Слушайте, есть идея. Стой! Стой, зараза! Стой! Стой, сволочь! Стой! Что ж ты делаешь? Что ты творишь? Стой, паскуда! Молодец, Макс! Все, лоб, забирай еще. Все, уходим, уходим. Этот матч не состоится 100%. Никитов, Никит, иди давай. Слушай, Андрюх, как ты считаешь, во сколько это Максу вышло, а? Я думаю, бутылочка водочки, все в порядке. Так, внимание, внимание. С каждого по 60 копеек. Это важно. Слушай, а что так много, Андрюх, нам же это делать надо. В этом человеке в Максе погибает пахарь, я тебе 100%. Может, Максу на концерт? Не, ребят, сегодня к Максу без меня, мы с Машкой договорились встретиться. Понял, как он пораздумаешь, такое создание дела. Да, такое проявление. Прекрасно, мне в прошлый раз хватило, я чуть-чуть тогда не сгорела, лопа. Никит, что с тобой, всю дорогу молчишь? Да так, устал немного. Слушай, действительно так плохо выгляжу, да? Да ладно тебе, я когда сессию сдаю, вообще на старуху похожа. А что ты так торопишься с этими экзаменами? Договорись в деканате, в течение семестра спокойно сдавай. Да домой хочется просто поскорее вернуться. Хорошо тебе. А мне и дома нет, и никто меня не ждет. Это как? Ну так. Я же в Ташкенте родилась, а там в 66-м землетрясение было. Меня-то из-под завалов вытащили, а родителей нет. А как же ты потом? Я в детском доме росла. Так... Ты совсем одна, получается? Ну, почему одна? У меня друзей много. Но родителей мне очень не хватает. Маш, прости, пожалуйста. Помнишь, я тебе
про преобразователь времени рассказывала. Ну? Так вот, это я пыталась его собрать, чтобы родителей спасти. Ты? Я. У тебя получилось? Нет. Но очень похожий прибор я в зоне 2 лаборатории видела. Я сразу поняла, что это он. У него в основе схемы спецгенератор. Мы такой для вояк делали. Вот там-то меня Громозека и застукал. Разозлился страшно. Так вот почему тебя отобрали спецдопуск. Ну да. Ну а ты ему хотя бы рассказала, для чего тебе это нужно было? Угу. А он сказал, чтобы я выбросила эту идею из головы. Что преобразователь времени – это утопия. Что прибор, который я нашла, никогда не работал. Маш. И даже если бы случилось чудо, и я довела его до ума, то все равно ничего не вышло бы. Ну почему? Ну, потому что по теории Пуанкаре ни один объект, перемещаясь во времени, не может изменить ни прошлое, ни настоящее. И даже если это произойдет, то может быть нарушен пространственно-временной континуум. Ну, правда, на практике этого еще никто не делал. Вот тогда-то Громозека мне рассказал про теорию этого Веллера. И ты ему поверила? Но я же не могу доказать обратное. Маш! Так, успокойся. Время еще есть. Лишь бы быстрее этот допуск гадский получить. Никит? Кто там? Да это я, Андрюх. Ты скоро там? Сейчас, секунду. Слушай, спасибо, доктор, что вы вылечили меня от мании вины. Теперь я человек совершенно непревзойденный фантастический, можно сказать, номинальной скромности. А, вот еще, смотри, слышишь? Скажи, профессор, спросил журналист ученого, как вы считаете, в чем суть перехода на компьютер? Это очень просто. Теперь 10 тысяч человек. Че говоришь? Ты что, голову помыл, что ли? Ну да. Никит, ты че? Это ты зря, старик, это нельзя делать. Это ж примета дурная, перед экзаменом никак. Посмотри на меня, я даже не причесывался, ничего. Угу. Тебя Гришечкин завалит. У него еще никто никогда не списал вообще. То есть, а ты можешь смотаться к Ирке и попросить для меня тушь для ресниц? А? Зачем? Ну, не спрашивай. Ну, скажи, можешь или нет? А? Ну, могу теоретически. Ну, так отлично. Ну, давай. Вперед к победе коммунизма. Пойдем. Не ну, давай, давай. Понял. Да, да, давай. Все, ты о чем вообще думаешь? Да, все, спасибо. Ты о чем? Давай, давай. У тебя экзамены на свете. Все, отлично. Очень понимаю. Все, пока, давай. Пока? Все, отлично. Йо, все, привет. Йо, давай. Подожди, не очень понимаю. Все, все, увидимся позже. Все. То есть, мне придут... Ники. Как это, черт, я тушь не понимаю? Отечественная преобразовательная психология как наука о сущности и способах психической регуляции. Понимаете? Девчонки, а вы знаете, что синусоидальность индукционного дедуктора не коммутируется с хромофорной диффузией ксеногена адекватного фотонного триангулятора? Ты больной? О, ясно. Ты чё, кепки как дурачок? Мёрзну. Принёс? Да. Держи. Давай. Всё, Никит. Всё, пока. А, слушай. Тебе Ира передала, что ты перед использованием обязательно плюнул. Куда? Я не знаю. Расколет? Дим. Не расколет. Слушай, в прошлый раз он меня еще не так спалил. И меня. Ну? Слушай, не каркай, а? Вот именно. Раскаркался. Вот именно. Лопов. Собакин. С зачеткой, шпаргалкой ко мне. Ну, шпаргалочку давай. Собаки, ну как скучно.
Хоть бы новое что придумал. Поздравляю. Пишешь? Пишу. Пиши, пиши. Рабочему классу и всем трудящимся единственный верный путь ликвидации. А, так проверяй уже. Ну, проверяй, проверяй. Высочайший уровень развития производственных, развития личности, осуществления принципа от каждого по его способностям, каждому по его потребностям. Маркс и Энгельс положили начало международному коммунистическому движению, совершили величайший переворот в общественном сознании человечества. Так, это правильно. Так. Значит так. Скажи, где шпаргалка? Поставлю зачет. Честно? Честно. Ребят, Никитос! Ну? Что? Ну? Ну, сдал? Сдал что? Господи, научный коммунизм! Что вы здесь вообще все делаете, а? А? Я же сказала! Подожди, ты говорил, что не сдал. Стоп, я сказала, что он сдаст. Ир, ты говорил, что... Кабак! Все, ты проиграл. Кабак отменяется, завтра все в поход. Кстати, Никит, ты насчет... Походу обдумал? Два желтых. Не, ребят, спасибо, я занят. Ну смотри, все наши Привет. Идут. Привет, да пойдем. Пойдем. Пошли. Ну нет, так нет, давай. Ир. Пока. Пошли. Вперед. Пока. О! Позвольте ручку. Здравствуйте. Привет. Ага. Привет, Ир. Понял. Никита! Угу. Так, держай. Здравствуйте. Подожди, Никит. Можно тебя на секундочку? Да, конечно. Тут такая телеграмма странная пришла. И что? Пойдем со мной. Вот, смотри. По семейным обстоятельствам приехать не смогу, тычка. Киселев. Поднимайся сюда. Это что, шутка? Это я еще Борису Сергеевичу не рассказывала. Да, да не, какая шутка? Просто телеграмму-то я отправил, а обстоятельства изменились. Да вообще она неделю назад должна была прийти. Это вот так у нас почта работает, да? Ну да. Слушай, я тебе кое-что сказать хотела. Артем Сергеевич под тебя копает. Вчера твое дело запросил. Ты с ним будь поосторожнее, а? Говорят, что он вообще оттуда. А когда это личное дело может прийти? Я сегодня получила. Ну, он, соответственно, в понедельник смотреть будет. Вер, спасибо, я пойду. Иди сюда, давай. Иди сюда, иди сюда. Ой, смотри, что у меня есть. Моя любовь. Ну ты как? Нормально. Слушай, завтра наш поход собираются, и ты идешь со мной. А сегодня мы идем на Пугачеву. Только опаздываем очень сильно. Подожди, мне на охрану надо ключи еще занести. Да какая охрана, выходные впереди. В понедельник все равно придешь самое первое. Давай. Сейчас. Держи. Угу.
О, Никитос, да ты ж совсем зеленый от своих экзаменов. Пошли в поход завтра. Пойдем? Думай. Да, походу без похода мне не жить. Ну что, взяли? Ну что ты там уперся? Ну 100% здесь. Ой. Спасибо. Ну отойди ты на 2 метра от оси. Это на обувь. Ну что, здесь ставим? Так, кто это там своим рюкзачком обнимается, а? Да у тебя ключи выпали. Ага. Просто на 2 метра отойди и все. А что он копает-то? Бутылку ищет, Никит. Какую бутылку? Ну, у нас традиция. Каждый год мы закапываем бутылку, чтобы потом ее найти. Угу. Нашел! Ура! Год будет удачный, друзья! А что, мог не найти, что ли? Да, мог и не найти. Ничего. Почему? Пузыри мешают. Да, какие пузыри? Скоро узнаешь. Держи, Никит. Твоя очередь. Давай, давай, давай. Так, я стаканчики приготовил. Ну что, поехали? Давай. Стоп. Стоять. Давайте. Давай. Давайте. Ну что, как обычно, выпьем за дружбу. Ага. Ага. Опа. Как тебе сидится? Отлично. Ну мне-то дайте. Ну, не подведи. Держи, Вова. Не подведу. Давай, давай, малый. Давай. Удачи. Только ты запомни, куда копаешь. Ну, естественно. Вот. И не выпей по дороге. Не обещаю. А то у меня было в прошлый раз так. Выпить за дружбу. Через 25 лет. Как-то нелогично. Пузырь. Все логично. Пузырь! Че? Тебе не надоело? Да ты че? Я же этого целый год ждал. Началось. Никита! Промарка! Стоять! Я цепь с крестом потерял. Мамкин подарок. Не найду, убью всех. Так. Там проверил? Есть что-нибудь? О, Лоб, смотри, нашел. Слышь, Пузырь. О, Лоб, молодец. Держи. Вот. Другое дело. Стоять! Че опять, Пузырь? Ничего. Че? Просто хватит. Что такое? Андрюш, я тебя люблю. Я тебя тоже. Ой! Осторожно, не упади. Иду, иду. Маш, ты знаешь, я раньше вообще не понимал, почему мои родители любят ходить в поход. Что за бред сидеть у костра, кормить комаров и петь дурацкие песни под гитару? А кто твои родители? Это, как оказалось, отличные ребята. А раньше так не казалось? Раньше. Ты знаешь, раньше нет. А по-моему, здорово, когда они просто есть. Знаешь, я почему-то очень боялась в тебя влюбиться.
Машенька. Маш, я тоже... Мне просто нужно будет скоро уехать. Навсегда. Господи, какая я дура! Машенька, подожди, да ты все не так поняла! Я все правильно Маша, поняла! Да послушай ты меня! Пойми, я не хотел никому ничего говорить. Но еще больше я не могу так с тобой расставаться. Что это? У тебя седые волосы. Теория Веллера. Что? Значит, преобразователь времени все-таки существует. И Андрюшка с Иркой твои родители. В голове не укладывается. Теперь ты понимаешь, почему я молчал? Если бы я все это всем рассказал, меня просто сумасшедшего приняли. Ну да. Ну и как там в будущем? Многое изменилось? Нет, не надо. Сейчас важнее другое. Сколько дней ты уже здесь? 6. Так, значит, тебе сейчас где-то около 35. У нас еще есть время, но неделя точно. Маш. Машенька. Ну какая неделя? Личное дело Киселева уже пришло. Если это понедельник, а туда фотографию свою не вклею, мне конец. С этим как раз проблем не будет. Теперь важнее успеть тебе вернуть в твое будущее. Так, микросхему мы переделали. Ты все правильно рассчитала? Угу. Умница. Поехали. Главное, чтобы она поближе к Софье приземлилась. Нам нужно, чтобы они хотя бы минут на 20 задержались. Маш. Что? Вроде мы все верно рассчитали. Подожди, 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 подожди. Давай. Ну не подведи хвостатая. Социально-экономической базы этих изменений, настроек, да, что называется, было столь открыто, внушительное, массовое выступление всех классов русского общества на самых различных поприщах думской, недумской деятельности, печать Союза... Сонь, ребят! Андрюша! Ну, давайте все сюда, быстрее. Сонь! Бухнулась. Пять, один, три, четыре. Пять, один, три, четыре. Маш, ты знаешь, все это время только стремился к тому, чтобы вернуться назад. А сейчас не могу понять самого себя. Мне вдруг стало так близко все то, над чем я смеялся когда-то, в будущем. Даже отца считал неудачником. А ведь о таком друге, как Андрюшка, можно только мечтать. Что ты делаешь? Да не могу я так уйти, понимаешь? Не могу! Я должен их всех увидеть в последний раз. Завтра у Андрея будет день рождения. Завтра там будут все. Ты ведь тоже придешь, правда? Приду. И в результате получается эффект, да подожди, который другим исследователям даже не снился. Слушай, Андрюх, ну, как все-таки хорошо в вашей Москве. Да понятно. Не понял, ты что, уезжать собрался?
Слушайте, ну вас прям не оторвать друг от друга. Андрюх! А у нас там спиритический сеанс намечается. Так что присоединяйтесь. Дух Пушкина, ты здесь? Ну, понятно. Давай, Макс, ну что такое? Андрей, вы только мешаете. Давай, мы правда, Ир, давайте еще раз. 3-4. Дух Пушкина, ты здесь? Девчонки, мы с вами. Да тихо ты. Смотри, сама покажи. Это знак. Пушкин с нами. Вот что ты смеешься? А может, правда знак? Да ну тебя, Андрюш, ну так смешно, я не знаю. Чур, я первая задаю вопрос. Не мешай. Давай. Ир, ты нам нужна? Да, да. Дух Пушкина. За кого я выйду замуж? А, спросила. Подожди. Напугала. Ну, что ты всякую лажу спрашиваешь у гения? Надо что-нибудь такое глобальное спросить. А я сейчас не о глобальном спрашивала. Нет, не о глобальном спрашиваешь. А мне важно, как получишь. Подожди, сейчас. Давайте спросим что-нибудь, что с нами будет, допустим, через 25 лет. Да? Хорошая тема. Положили руки на тарелку. Вот эта тема интересная. Давайте кладем. А правда? Что, все готовы? Что с нами будет через 25 лет? Ты же не хотела этого знать. 25 лет! Ничего. Ничего. Ничего не будет. Все, это конец, друзья. Планета катится в тартарары. Никто не спасется. Света за конец света. Друзья. Да ну, Ваня, дураки. Выпьем за конец света. Свет, ура. За тебя. Ну. С ними невозможно. С ребятами такими вещами заниматься. Вот именно. А Никита может будущее предсказывать. Правда? Да. Никитус Нострадамус. Ну, давай спасай положение. Помогай классику. Да, Никита, интересно, вот что со мной будет? Ну ладно, раз вы так хотите. Да, очень хочу. Ну ты, Димка, будешь олигархом? Что за зверь? Типа крокодил. Нет, очень богатый человек. О, это мне подходит. Значит так, трехкомнатная квартира в центре, дача и черная Волга! Не-не-не-не-не. Жить ты будешь за городом, и черной Волги у тебя не будет. Фу ты, а я размечтался. Значит, жить я буду небогато, да? Ну как сказать. Да. Ну что, Светка, выйдешь за бедного олигарха? Я за тебя, Димка, за любого пойду. Не, Свет, женитьба, я погорячился. Не мой вариант, надо подождать. Давай за олигарха. Давай. Мы ждать не будем. Правда, Андрюша? Ну, вы-то по-любому поженитесь. Ты удивил, конечно, поженимся. И у вас будет сын. Ну нет, у меня будет девочка. Не-не-не, вот девочка. Сын. Вот сын, правильно человек? Девочка. Правильно, Никит, продолжай. Кем я работать буду? Ученым, Андрюш, ученым. Ну, это понятно. И зарабатывать будешь по 35 тысяч. Ого! Ничего себе. Да-да-да. Заливаешь мне. Не, ну это ладно. Что со мной будет? Ну ты у нас станешь звездой. Ну это понятно. Я буду рвать стадионы! Я буду звездой русского рока! Лето в январе! Мы хотели! Попа! Скорее русского попа! Чего? Популярной музыки. Будешь петь... Лето в январе, лето в январе, ты мне подарила. А по морде не хочешь, юморист? А заливает, а? А со мной что будет? Ну, или с Машей? А, ну, слушайте, ребят, что-то я больше ни про кого не вижу. А что у вас с музыкой? Ну, ничего страшного. Что-то электричество. Давайте выпьем. Давайте. В будущем. Ура. Да, давайте. Ура! 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 Ура, друзья! Ура! Ну, через 25 лет я вас обязательно найду. А что вы грузите-то? С днем рождения! Ура! 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 The cruel fates between our throne and boulders, oceans roll. Но почему ты не родился на 25 лет раньше? Почему? They never can divide my heart and soul from them. Кто это сделал? Я.
Вы понимаете, что вы натворили? Понимаю. Именно поэтому я это и сделал. Ты же не случайно появился в нашем институте, верно? Значит, вы все-таки за мной следили. А что мне оставалось? Ты, конечно, весьма талантливый физик, но не гений. Гений был тот, кто это создал. А ты попытался украсть чужое изобретение. Захотел прославиться или осчастливить все человечество, да оно тебя проклянет! Значит, Машка все-таки проболталась. Я из 21 века. Вот этого я никак не мог предположить. Я хранил свою тайну от настоящего, а надо было от будущего. Так это вы изобрели преобразователь? Да нет, я же говорю, его придумал гений. Этот человек был не просто великим физиком, садись, но и великим микробиологом. Ты слышал о клонировании? Да, конечно. А, ну да, ты же оттуда. Ну вот, смотри. Это он. Еще в 60-е этот ученый был одержим идеей получить клон человека. Прежде всего, самого себя. В конце концов, у него все получилось. Смотри. Это он. А это его клон. Только, к удивлению ученого, этот клон прошел весь цикл человеческой жизни всего за месяц. Но самое главное, это было очень злое, жестокое и бездушное существо. Совершенно непредсказуемым поведением. Смотри, 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 как меняется его лицо и облик. Это стало страшным разочарованием для ученого, шоком. Что было дальше? Он понял, что его клон не сегодня-завтра умрет. И что же потом? Тогда он запер его в комнате при лаборатории и никому не показывал. Но клон не захотел умирать. И тогда ночью он напал на ученого, связал его и запер. А сам проник в лабораторию и попытался создать замедлитель времени, с помощью которого он хотел остановить стремительный процесс старения. Смотри! Но самое поразительное, этот клон, унаследовав знания и гениальность своего биологического двойника, сумел за двое суток понять и описать сам принцип работы с четвертым измерением, то есть самим временем. И если бы клон успел сделать прибор, и ему удалось бы выжить, последствия могли быть катастрофическими. И он умер? Да. Овечка Доля была зла и рано умерла. Его труп нашел сын этого ученого. Там же он обнаружил полуживого отца. Фантастика. К сожалению, нет. Через месяц после этого события ученый умер от сердечного приступа. У него было сердце больное с рождения, но он успел вместе с сыном завершить разработку преобразователя. Применять его на практике никто не собирался. Достаточно было печального опыта, истории с клоном. Они это делали ради прорыва, чистого эксперимента. Перед смертью ученый попросил сына уничтожить преобразователя. Нельзя было рисковать. Откуда вы все это знаете? Потому что вся эта история произошла с моим отцом. Так вы его сын? Да. Подождите. Но если вы уничтожили преобразователь, откуда он взялся в будущем? Я просто не смог его уничтожить. И потом я был уверен, что никто, кроме меня, не поймет, что это такое на самом деле. Это он. Частоту пульсации твоего тела прибор запомнил. С частотой твоего телефона мы его тоже синхронизировали. Кстати, без этого чуда техники ничего бы у нас с тобой не получилось. Так что через 12 часов отчалишь. А почему так долго? Мощности не хватает. А что через 12 часов? Ты больше ждал.
Мне нужно будет здесь сидеть все время? Да не обязательно. Вот телефон, только не выключай. К плазме я прибор сам подключу. Иди гуляй. Что? Жалко расставаться? Да. С одним человеком мы не совпадаем во времени. К сожалению. Я могу идти? Иди, иди. Спасибо. Последней тебе спокойной ночи, 85-м. Никит! Что случилось? Почему ты еще здесь? Кромозека. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Машка. Вы понимаете, чем это вам всем грозит, а? Борис Сергеевич, мы ничего не вскрывали. Да? Тогда как объяснить, что в момент работы именно вашей группы кто-то проник в зону 2? Вы понимаете, что это секретные военные разработки? Это не просто ЧП. Это государственное преступление. Вас всех посадить могут. Кто это сделал? Не слышу. Не слышу. Борис Сергеевич, это я сделал. Андрюх, ты что, сядь? Ребят, вы... Подождите. Ну вы что, правда думаете, что ли, что это Андрюшка сделал? Дима! Да успокойся. Никто так не думает. Зачем тогда он это сказал? Нас, дураков, хотел спасти. Ребят, самое ужасное получается, что вскрыл-то кто-то из нас. Бред. Офигенская ситуация. Может, теперь друг на друга будем думать? Кто? Маша, это Ира! Маш, Никита не у тебя? Нет, а он, кажется, домой к себе собирался. Что случилось? Да ужас. Нашу группу к декану вызывали. Ты представляешь, позавчера кто-то скрыл зону 2 в нашу смену. Там такое началось. Всех очистить собирались, а Андрюшка взял и сказал, что это он. Да ты что, он с ума сошел? Я тоже так думаю. Ладно, я пойду спрошу у наших, может быть, они его видели. Маш, пожалуйста, если Никита объявится, скажи ему, что я его ищу, ладно? Угу. Ты куда? Я должен все остановить. Зачем? Получается, отец из-за меня себе всю жизнь сломал, понимаешь? Никит! А как же ты? Ничего, Машенька, я все успею. Просто если сейчас этого не сделаю, я потом жить не смогу. Там.
Я возвращаюсь. О, Ромыч, ты там прибор такой старый на плазме не видел? Так его Громозека забрал. Громозека? Вещи мои дай сюда. Ты где был-то? Тебя час не было. Неважно. Никит, что? Я ж тебе блок питания достал. Только по дружбе, за 50 баксов. По дружбе, за баксы, это круто. Чего тебе? А я насчет преобразователя, которого из зоны 2 забрали. Я не брал никакого прибора. Ты что-то напутал. Зачем вы это сделали? Что ты имеешь в виду? Вы прекрасно понимаете, что я имею в виду. Молодой человек, покиньте, пожалуйста, кабинет. У меня нет времени выслушивать всякую чушь. До свидания. Но ведь... Я же сказал, до свидания. Это же Верочка. Вера Семеновна. Я? Я ничего. Вера Семеновна, вы можете мне помочь? Чем смогу, помогу. Маша Белозерова. Она здесь в 85-м году на 5-м курсе училась. Где она сейчас? А чё это ты ей так заинтересовался? Да отец хочет собрать всех однокурсников, а Машку найти не могут. Хотела бы я знать, куда она тогда пропала. Как пропала? В начале учебного года. Никто так и не понял, что тогда произошло. Домой она не вернулась, в общем, загадочная была история. Подожди, а когда собираются-то? Ну а что? Я бы еще смогла. Держи, Эгин. Так. Привет. О, Никитка, а ты откуда? А ты что так рано? Случилось чего? Мам, пап, а? Я вас очень люблю. Ты что-нибудь поняла, Ирина Николаевна? Миш, что там? Миш. Давай, заводи. Все, давай, трамблер посмотри. Ну? Давай. А, дед, я не... Тихо, тихо, тихо. Потом. Хорошо. Да. Привет. Здрасте, Михаил Алексеевич. Давай, газуй. Давай, газуй. Батя, это трамблер 100%. Ой, я вот тебя здесь трамблер, не хватало только. Ну я же слышу, трамблер. Все, иди, занимайся своим делом. Газуй, говорю. Газуй. Ир, ну куда ты пакет-то схватил? Ты что, давай... Все, хватит, все, глуши. Глуши, я говорю. Трамблер? Свечи. Это же я фотографировал. Никит, ужин. А? О, а что это? Да так. Фотографии? Да это я так. Посмотреть решил. Ты просто говорил, время хорошее было. Да ты что, конечно. Володька. Сонька. Папа, это правда, что тебя из института выгнать хотели? А ты откуда знаешь? А тебе мам, что ли? Да не важно. Просто мне интересно, почему ты чужую вину на себя взял. Ну-ка, щелка не дам. Ну, а ты как поступил бы на моем месте, Никита? Ты понимаешь, тут или всем пропадать, или одному. Ну, я, конечно, в то время подпортил себе карьеру, это факт. Ну, а потом-то ты узнал, кто на самом деле вскрыл зону 2. Да ладно, что вспоминать это время, сколько прошло. Нет, я ждал,
Я ждал, что кто-то все-таки признается по-настоящему. В каком смысле по-настоящему? Ну, ребята все к ректору сходили. Вот, все признались. Он, естественно, подумал, что они выгораживают меня. Что, прям вот все-все-все-все пошли? Кроме Киселева. Парень там один. Ну, он то ли в Гомель уехал, то ли что-то пропал вроде как. Так может, это он? Нет, ты что? Никит не мог. Никит признался бы. Ну хорошо, но сейчас вот уже все равно. Но вот если бы тот, кто это сделал, признался бы тогда. И что? Ну получается, что у тебя жизнь бы совсем по-другому сложилась. А мне нравится моя жизнь, Никита. Нет, ну хорошо, ну вот и... Вот если бы можно было вернуться в прошлое, то ты бы все равно бы... Чего менять-то мне? Менять-то нечего, Никит. Мне интересная работа. Интересная. У меня любящая жена. У меня есть ты. Бать. Давай, приходи на кухню. Ира! Ирина Николаевна, а где у меня очки? Вот? Я в карман клал, а что-то найти потерял, что ли? А, здравствуйте, не подскажете, а вот Владимир Петрович, он где-то здесь должен тренировать команду. Вот там, посмотрите, пожалуйста. О, спасибо большое. Давай, давай, ходи. Да, пожалуйста. Петров, ты сядь, приседание после тренировки. Ну, ну, ну. Слушай, дружище, не подскажешь, кто у вас тут за старшего? Ну, я, а чё? И как тебя зовут, старшой? Сашка. Никитос? Очень приятно. Саня, где вас можно найти тренера вашего, Владимира Петровича? Да в больнице он. С ногой у него совсем плохо. А где больница, знаешь? Да тут недалеко, две остановки на автобусе. Ясно. И как вы без него? Да плохо. И собака очень скучает. Как зовут? Сонька. Я ее к себе решил взять. Вот только мы через 3 дня на соревнования едем. Так что не знаю, куда ее. Сонька, говоришь? Ну да. И что, совсем не с кем оставить? Он же один живет. Слушай, Блэка, я тебе оставлю телефон одной женщины. Она тоже очень собак любит. И, кстати, тоже Соня зовут. А Софья Леонидовна. Она с удовольствием свою тезку приютит. На, держи. Спасибо, давай. Спасибо тебе. Пока. Слушай, только обязательно скажи, как зовут собаку и кто ее хозяин, ладно? Ок. Ну все, пока. Пока. Ну, давай, давай! Веди, веди! Да! Добрый день. Здравствуйте. Простите, пожалуйста. Здравствуйте. Угу. Скажите, это вы лечащий врач Владимира Седых? Совершенно верно. А вы его родственник, я так понимаю. У него серьезно с коленом? Ну, не буду скрывать, ситуация действительно не очень хорошая. И если сейчас не прооперировать, то он без костылей ходить не будет. А для операции нужны стероиды, импортные. Так что такие вот дела, товарищ родственник. Вы меня извините, я тороплюсь. Спасибо. Значит, нужны деньги. Если тебе комсомолец имя, имя крепи делами своими. Так, подъем, встаем, встаем. Так, давай, поднимайся. Deep in burning fire, hard to burn when I see you smile. I don't know what you are, you don't know me. Простите, а я? Вас приказано оставить. Здравствуйте. Здрасте.
Так, у вас все хорошо? Что будем заказывать на обед? А что можно? Что хотите? Мясо. Здравствуйте. Хорошо устроился? Цените у нас еще ветеранов спорта. Димка. Ну, как живешь-то? Да как, живу. Дворовую команду тренирую. Только вот колено подвело. Ну, а ты как? Никак. Устал до чертиков. Впахиваю с утра до ночи, а жизнь-то проходит. 45 исполнилось, как накатило. Депрессуха такая, что выть хочется. Ну, а жена, дети? Знаешь, как-то не сложилось. Все думала, рано мне семьей обзаводиться. Светку тогда сам по глупости потерял. Ну, а другие нахрена мне сдались другие? Они все одного хотят, моих денег. Да. Значит, у вас со Светкой тоже никак? Угу. Вот уж не думал. А про Соню ничего не знаешь? Ну так. Говорят, важная стала. Профессор. Да. А я с мальчишками. Верка-то от меня сразу ушла, когда я из спорта ушел. Угу. Кстати, о Вере. Хорошо, что напомнил. Алло, Верочка. Вы приглашение там еще не получили в Германию? Ну так вот, как получите, сразу позвоните Владимиру Петровичу. Да, спасибо. Это что за Верочка, что за приглашение? Слышь, больной, что переполошился? Все нормально. В Германию поедешь после операции на реабилитацию, ну… Да? Да. А Верочка мой референт, она тебе позвонит и все расскажет. Дим, да какая Германия? Оп. Да нормально. Я замерзаю. Мне ж для связок это плохо, ты понимаешь? А вы ходите тут кругами. Я вылечу. Макс! Максимилиан! Макс! Осторожно, не снеси меня. Здорово! А я думаю, что он меня кругами водит? Чего? Я тоже не знаю, что он тебя кругами водит. Ну, давай. Партизан. Не говори. Давай, за здоровье. За встречу. За встречу, да? Поехали. Ну, пузо ты наел. Какое? Дед с бабушкой на рынок пошли. Прекрасно. Бать, ну это не дело. У тебя день рождения, стол такой маленький. Нормально. Ну, Андрюш, ну, хоть бы сына постеснялся. Никит? А? Где рюмка для дедушки? Тут. Так, вот сюда ее поставим. Угу. Слушай, мама, что-нибудь надо еще помочь? Ага, давай тарелочки расставь. А, ну хорошо, ладно. Так, стулья хватает? Хватает, ладно. Никит. Иди салфеточки принеси. А, да хорошо, сейчас принесу, конечно. Макс? Войду. Ира, ау. Иди сюда. Что это такое, Андрюш? Молчите, ничего не надо говорить. Виноват. Раскаиваюсь. Отработаю. Полы помою, обои переклею, потолок могу покрасить. Что еще надо сделать? Надо. Мы у тебя на концерте недавно были. Да я знаю, в том-то и дело. Вот морда. Вот ты морда. Друзей не узнал. Нет, да, прибрано. О, сейчас мы ему морд потрясаем. Ладно, да подожди, у меня полно таких плакатов, я вам потом еще подарю. Мы тебя все равно любим. А это времена возьми. А что так тихо? А где народ? А никого. Я же первый, что ли? Действуем, как договорились. Я второй, вы третий. О, Светка. Отгонишь машину и поставишь ее в гараж, ладно? Хорошо. Все. Осторожно. Привет. Привет. Рад тебя видеть. И я рада. Твой сын? Вообще-то и твой тоже. Разве не похож? Подожди. Как будто во сне. Димка меня нашел, я тебя. А он Светку. Детка за репку. Еще неизвестно, кто кого нашел. Если б не Сонька, твоя,
Нет, ну надо же так собаку назвать. Ну а что, по-моему, хорошее имя. Ну, Макс, подныкни. И когда его раздвигал в последний раз? Люк, есть? Во! Иди, открывай. Ирка, а что так пыльно? У меня там курица горит. Мама, давай, только тряпочку принеси, влажно, вытрем стол. Ребята. Ничего себе. Ира, иди сюда быстрее. Андрюш, подожди, не могу. Ты посмотри. Да иди сюда быстрее, я тебе говорю. Смотрите, все, Андрюш, ну что там еще? Посмотри, что. Димка, Светка. Ой, да я так и знала, что вы поженитесь. А у вас прям вот и дети, да? Да, сын. Да ты что, сколько лет мальчику-то? Двадцать четыре. Ну да, 24, конечно. Обалдеть, мы 24 года не видели. Макс, а что опаздываем? Заходи. Светка? Пойдемте, пойдемте. Ребята, Свет, подожди, а ты что, свободный? А Громовы здесь живут? Володька. Соня? Ничего себе. Да вы что, ребят, сговорились-то? Боже мой, Да, хорошо, хорошо. А, кто там? Да парень хоть зашел, сказал передать Громовым, я взял. А что это такое? Может, бомба? Никита Киселева. Ничего себе. А, Никита, если ты куда-то собрался, то ты уж иди, потому что у нас там наши старческие разговоры эти. Вот, в общем, я не обижусь. Все. Ребят, смотрите-ка, что. Это что? Это ж три топора. Это наша бутылка. Ой, ты что? Да быть этого не может. Ничего, не вы, ребятки. Никита Киселев прислал. А кто такой Киселев? Киселев из Гомеля, ну точно. Киселев. Слушай, память у вас, я вообще ничего не помню. Киселев прислал нашу бутылку. Какой Киселев? Ну, из Гомеля. Подожди. Ребят. Подожди, это тот, из-за которого тебя... Вы помните тот день, когда Зон-2 вскрыли? Ну? Ну, вот это пишет Никита Киселев. Говорит, что это он сделал. Чтобы мы, в общем, зла не держали и прощения просит. Чудеса какие-то. Лучше поздно, чем никогда. Андрюш, мы ведь почему разбежались тогда? Виноватыми перед тобой себя чувствовали. Ну, хватит. Ты же карьеру свою загубил. Да ты чего? Ну, а мы, да, мы как будто не при чем. Ну, хватит. Ну, ребят, правда. Ну, давайте о позитиве, а? Вот, правильно. Верно. Да, слушай, правильно. Парень вроде бы реабилитировался. Бутылку с многолетней выдержкой прислал. Так что давайте сядем за стол, правильно? У меня молодой растущий организм. Хочется поесть. Я измеряю жизнь количеством друзей. А расстояние, тревогами разлук, и оставляя в моем сердце каждый звук, взлетают в небо птицы музыки моей. Глаза любимых, две тревожные звезды. Они зовут меня в опасные глубины. В весеннем поводке раскалывая льдины. Хорошо-то как. Как души коснется пламя. Девчонки. Не-не-не-не, убирай. Почему листья опадают? Почему? Никит! Вот, ты забыл. Ничего не понимаю. Ты здесь как очутилась? Так же, как и ты. Громозека? Как он мог? Он же знал про теорию Веллера. Он предложил рискнуть, и я согласилась. Он там был уверен, что он здесь за 25 лет уже что-то придумал. И? Все нормально, мы уже виделись. И что? Что он сделал? Я так и не поняла. Включил датчики, подсоединил какой-то прибор и больше я ничего не помню. А потом, когда я очнулась, он сказал, что видит меня первый раз и выгнал из лаборатории. Ну,
ума сойти. Ты все-таки гений. Машка. Почему? Машка. Листья опадают. Почему? Птицы улетают. Почему? Все кончается когда-то. И мгновеньем нет возврата. Так зачем спешим куда-то?